Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Сергей Скляров. И сегодня я проведу самый честный обзор спортивной одежды от компании Forward. А именно, обзор двух флисовых костюмов. Если вы готовы, тогда поехали. А главная миссия компании – это продвижение национальных ценностей посредством спорта и моды. Итак, как вы заметили, один синий-голубой флисовый костюм уже на мне. Кстати, меня сразу же потянул на тренировку. И второй у меня в руках. Я бы с большим удовольствием надел его, чтобы поделиться с вами впечатлениями, но одна незадача. На нем маркировка женский, поэтому мне потребуется девушка. Надеюсь, это не слишком грубо прозвучало, потому что, думаю, моя жена не оценит фразу «мне нужна девушка». Чтобы найти девушку, которая поможет мне в честном обзоре на этот прекрасный костюм от компании Forward, мы зайдем в группу ВКонтакте спортивной одежды Forward, и там выберем любую понравившуюся девушку, которая сейчас находится онлайн. Итак, поехали. По итогу с пятого раза все-таки у нас получилось найти подходящую нам девушку. И пока мы ее ждем, я с большим удовольствием сделаю анбоксинг товара. Ну, точнее, его распакую и расскажу о своих первых впечатлениях. Итак, поехали. Расскажу вам пока только лишь о своих ощущениях. Мягчайший флис, который, кстати говоря, уже пару сезонов точно не выходит из моды. Обычно спортивные костюмы делают в темных тонах, но здесь помимо синего цвета есть также ярко-красный. Молния на куртке и карманах очень резвая, что говорит нам о том, что ребята не экономили на фурнитуре. Одна из моих любимых деталей на верхней одежде – это капюшон. Он просто обязан быть на спортивном костюме, чтобы спасти меня от непогоды, метели, ну и всяких неприятных ситуаций. А этот капюшон еще и регулируется по высоте специальными резинками. Брюки обычные, прямые, верх и низ также регулируются шнурком, что, между прочим, очень удобно. Лично мне нравится, а вот как это смотрится на женской фигуре, мы узнаем буквально через несколько секунд. Нельзя обойти стороной и фирменное нанесение на любую одежду компании Forward. На куртке шеврон герб Российской Федерации, патриотичная вышивка Russia, Jacquard F и непосредственно вышивка самого логотипа Forward. На брюках вышивка Forward. Ну что ж, знакомьтесь, это наша модель Вероника. Вероника – это зритель. Зритель – это Вероника. Привет. Свой костюм флисовый я уже надел. Теперь твоя очередь. Осталось дело с тобой. Ну как тебе? По-моему, очень хорошо сидит. Да, действительно хорошо сидит. Я с тобой согласен, но по-настоящему проверить костюм мы сможем в более суровых условиях. Для этого мы отправимся в парк, и нас ждет пробежка. Ты серьезно? Да. Ну ладно, раз надо, так надо. Поехали. Ну что, как тебе эмоции после пробежки? Как костюм, Вероника? Мне очень нравится этот костюм, он мягкий, приятный. И даже на пробежке я чувствую себя в нем привлекательно. Тут ты права. Я видел, как на тебя смотрели парни. А что можешь сказать о практичности костюма? Слушай, карманы на молнии очень спасают во время тренировки. Ничего из них не выпадает. В общем, костюм очень классный. Большое спасибо за отзыв от Издрайв. Можете переодеваться. Вероника, студия в другой стороне. Вероника! Ника! Кажется, украли наш костюм. Будем искать.